Хочешь я этого мага обоссу, блядь, просто сейчас вармся. Одену 3-4 фуршмотки. Подожди. Так, Ламруа, тебе ассист, чтобы если кто-то с гильдии будет плюсовать, дашь пати. Хорошо. Надо в фрошмоте сейчас просто какого-то уделать. Готовы. Ебашь его нахуй. Ололо, блядь. Все, пару тычек осталось. Второй рывок сам. Все, блядь. Ну-ка, ебать, ну-ка давай. Сейчас. Блять, кто-то кидает тут. Нет, два мага, это не интересно. Юля, ты что, издеваешься, что ли? Мне надо тренироваться. Давай, давай. Давай, гаси его. Захерачил. Ну-ка, где там свата у нас? Ну-ка, давай-ка. Где он? Дай ему кинь. Как его ник? Лол. Нет, какой-то там. Ты с кем сражался? Подожди, ты Армсваром убил мага Фроста? Нет, да. Блин, на этого Фрост мага, это вообще что за хрень? Он просто катишь, 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 вот и все бит. Короче, сейчас ПВЕ талант возьму. Надоело. Сейчас я не знаю. Слишком далеко. Не сейчас. Я пока не могу использовать эту способность. Нужно подойти поближе. Достаю слишком далеко. Погоди. Не сейчас. Подождать.
Подойдите поближе. Главное, погоди, погоди. Почти недостаточно. Неподходящая. Ну и вот тебе, блядь, пластмасс. Тупо в шмот одеваешь и все, блядь. Где этот лол, блядь? Давай его пизды дам, нереально просто убить. Чё нереально это, блядь? Чё реально убить? Может, ты реально? Ну хочу со слова нереально. Не знаю такое слово нереально. Давай, вот смотри, как его Варм всё делает. Я даже без крика свата бьёшь. Опа, давай, давай. Покажи свой магический скилл. Я пока не могу использовать эту способность. Слишком далеко. Не сейчас. Конечно, он там 400 или 500 сопротивления. Всё, пиздец. Сейчас. Ай, ладно, лол, блядь. Тупо все дефы еще есть. Как он умер-то? Тут же нельзя умер. Как ДК тот умер. Просто в рушмот я и делаю. Просто не ожидал. Честно, мила. Нереально, конечно, не вижу. Трых. Готовность от себя еще оставь этот ловушку каток. И бегай вокруг катка. Ебать. Я уничтожил. Первая победа! Кто там у нас? Так, Армс Вар. Ну давай, блядь. Thank you.
Сватай, это ты говоришь? Санаки еще раз записать. Анаки забивался с Джерриона на то, что удалит мага. Если Джерриан выиграет его ДКшкой без Гарголи, без всего. Джерриан выиграл. Уйти, боги, ни в чем. Вар пробивает сдерживание. Тебе надо притворяться мертвым и дальше вокруг катка мелить. Ренжи сублина. Где каток? Почему вар тебя легко догонил? Не знаю, не могу я от него отойти. Каток под себя ставить. А змеиное тоже на 2 секунды с этот замедляет. Кого скидывает? Укус змеи? Нет, змеиная ловушка. А, поняла. У тебя там талант может быть хорошо. А, ты в ПВЕ? Нет, не в качестве. Зачем ты уходишь от своего же катка? Так, ладно. Но просто если я буду его, с ним близко, я же не смогу стрелять. Нет? Так вот ты в раз вокруг катка и бегаешь, катишь. Понятно. Сейчас.
Вот так вот. Убил он окей? Ага. Теперь он был за Сретрик. Ну-ка, чего мы там зашли? Выбора 2. Мортал, держи, мрецу. Я сдох. Что-то в итоге желающих 5 человек. Ну, без меня 4. Со мной 3 человека. Жопа. Че, убил того мага? Только Свата убил.
Ну, я убил этого Анакея два раза или три. Я убила только Войда. Бип, фриз. Товарчиком тебя. Нет. Yeah. ПВП с Пеги. Я не особо умею в ПВП. Тем более в ПВП-спехе, который сделал сегодня. Ну там основной за охотника скилл, который надо знать, когда прожимать, это отражение. И какой-то еще есть, который сбрасывает КД на него, и еще раз ты его прожимаешь. Вот его надо прожимать в те моменты, когда у врага вот этот бурст, типа вот тычки, типа 6. Ты сейчас с кем билась? С потоваром, да? О, не вешай змею, вешай скорпида и бей химера, чтобы он дизармен был. Да это не поможет. Поможет. Против фармса особенно. Не, против товара не поможет. Против любого мелика дизарма. Да, блин, протовар просто щита не бьет. У него щит требуется, а щит не снимается. Ну вот давай. Укус скорпида? Да блин, стоять, бояться. Ловушки где? Я уже не знаю, как выставить так, чтобы это все было близко. Откуда яды берутся у ханта? Их нет. Ничего, как рога, что ли? Змейки. А это они вешают яд? Да.
Кузьми тоже нет. А что насчет духа? Дух зверя включать? Нет. Дракон дыра. Угу. Ну, потом по скиллу научишься менять гепарда при сдерживании и бегать подальше. Потом заканчивается обратно менять. Ханту, наоборот, по-моему, тактика подходить надо. Не бей моего пета! Тут ты, блин! Опять его воскрешать! Задолбали! Гаси дурака! Сдерживание. Херачь этого дурака, пока он кастует. Подготовку, сдерживание еще раз. Все захерачит. Здорово, пацан. Сердце притворись. Все, ну пошли. Притворимся. Да. Почти, почти. Кто там, кого сломать? Калка? Давай. А чё у вас за движуха, пацаны? Турнир. Чё за турнир? Дайте поучаствую тоже. Ну плюсовки! Да мне надо реалм поменять сначала. Сейчас зайду. Юль, можешь в РК скинуть реалм этого нашего Логана? А где он находится? Ну, файл там, реал лист, что-то такое. Сейчас посмотрю. Спасибо. Бля, весь день сегодня на Вармейне проиграл. ВРК скинула. Спасибо. Го может все-таки на БГ. Я, конечно, там помру самый первый, ну да ладно. А я слышу, оказывается, с кольцом Кирентора бегал. Молодец. А что надо делать? Куда плюсовать? Я тоже. Да, секундочку плюсану, захочу. Бля, Юль, ты играла на Вармейне, нет? Не играла. Отвечаю, самое крутое. Ну, европейский сервак, там очень большой онлайн. Это, наверное, самый классный сервер, на котором я играл. Ну, тоже вот, X1? Он X7 на прокачку и на репу, а на профи X4. Прикольно. Да, там плюс тем, что там 12 тысяч онлайн круглосуточно. То есть, ну, в любое время ты когда заходишь, он всегда 12 тысяч. То есть, ну, переполненный сервак постоянно. Ну, то есть он PvP-шный, помимо этого. Везде постоянно война какая-то непонятная. Ну, здорово, мне нравится очень. Я прям полон впечатлений всяких. Да, скинешь, где установить? Да, конечно. Тебе просто реалм лист поменять, я сейчас подкаст кину. Ты можешь играть. Ну, аккаунт только создать надо будет. На сайте, ну, не в armain.com. А реалм лист сейчас скину. Ну, и сайт мне, пожалуйста, скинь. А то я ж забуду. Память-то рыбья.
Вот реал. Вот сайт. Ага, все, я поскопировал. Бля, прям везде, везде вообще живая игра. Ну то есть везде, абсолютно в каждой локации движения какие-то, постоянно война за мобов, за каких-то там дуэлится кто-то вечно. Ну очень крутой сервис. Меня прям пиздец впечатлил. Только единственный нюанс, что там русскоговорящего комьюнити вообще очень мало, потому что там, может, человек 100-150. Поэтому на английском приходится общаться. Английский хоть вспомню. А то 2 года немецкий штудировала. Ну там ДК бьется с варом. Я плюс. Что, мне надо попасть на смотки дела, да? Ну, как можешь попасть. О, с варами подвелиться, это я люблю. Да, ну я билд не буду, короче, переделывать, я буду в ПВЕш на билде. Этого достаточно. Так, ты чалуйте? Все, давай Войд, дуэль. Надо было, конечно, шипочку сделать, но просто много важно. Там же у меня сразу же полная мана, да, будет? Не знаю. Что, с кем мне надо дуэлиться? С кем хочешь. Свой. Все равно нет какой-либо системы. Хардкор меня приглашает на дуэль, а где? Не вижу его.
Это ты что, в ДЦ? Да. Фильм догрызят. Что за хасл? Я его даже не вижу. Он паладин гейский. Что за эмоции хэдкор не отправил? Чирс ответил, что это такое? Бля, с магом ДЦ, ну, пусть знает, Серега что-то, блядь, преувеличил мои возможности. А я вот все равно продую всем. Зато это весело. А магам надо воскрешать своего пета или нет? Нет. Давай, вот, дверь. ДЦ. Подожди, Сири. Да нет. Сейчас подожди. Че, хуповый? Ну зачем? Да, блядь. Там и фух, ПВЕ его не убьет. Там надо ловить каст овера. Че, где будет? Давай, погнали. Да смысл продвинуться.
Виталя где? Виталий включился. Виталик. Виталик, что там, долго ты драться будешь? Просто дуэлиться. О, верный выстрел вообще не кастую ПВП. Знает кто? Я думаю, не стоит. Тогда получается просто укус змеи, выстрел химеры и прицельный выстрел? Из дамажущих. Все, что инстанция. Там особо вредно, порядка стоит. Вот именно, что нет времени. Не даете время кастовать. Для воида моя молитва хилит, прикинь. Не, я хилила. Мы же в рейде, в одном. Это плохо. А кто это такой? Блак Морн. По новенький какой-то подошел. Фанталик. Ладно, давайте, удачи, меня позвали в рейд. Давай, едем.